Одинцова помнит. 22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в память о погибших воинах, у Вечного огня прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Ровно в 4 часа утра более 50 человек без лишних слов и церемоний возложили цветы к мемориалу. Война коснулась каждой семьи. Есть те, кому повезло узнать о боевом пути родных, и те, чьи близкие до сих пор числятся среди пропавших без вести. Свечи памяти зажглись по всей стране. Я считаю, что необходимо помнить такие даты и подвиги людей, которые совершали для того, чтобы подрастающее поколение жило в безопасности и в покое. И необходимо воспитывать это среди молодежи и подрастающего поколения.